Сегодня руководство управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и уполномоченный по правам человека в Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь обе стороны обязаны сотрудничать в вопросах защиты прав и свобод человека, обеспечивать условия и гарантии госзащиты граждан, которых обвиняют в совершении преступлений. Уполномоченный по правам человека в Чувашии Юрий Кручинин и начальник управления наркоконтроля Евгений Бурсуков подписали соглашение и о том, что особое внимание будет уделяться соблюдению, защите основных прав и свобод несовершеннолетних.